Готовим рулет красный бархат. Берем 4 яйца, взбиваем миксером, кладем соль, сахар, взбиваем до белого цвета, вливаем подсолнечное масло, кефир, кладем муку, какао, разрыхлитель, еще раз все хорошо взбиваем, вливаем краситель, у меня гелевый, и уксус яблочный. Еще раз хорошо все перемешиваем. Готовое тесто выкладываем на противень, выравниваем и выпекаем 15 минут. Готовый корж кладем на пергамент, сворачиваем в рулет в горячем виде и в полотенце. Убираем в сторонку, для крема берем сливочное масло, взбиваем миксером, добавляем сахарную пудру или сахар, творожный сыр, можно маскарпоне, еще раз взбиваем. Крем готов, смазываем корж кремом, сворачиваем рулет, убираем в холодильник на 3-4 часа. Рулет готов, украшаем его сахарной пудрой и ягодами по желанию. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.